Pourquoi je vis, pourquoi je meurs Pourquoi je ris, pourquoi je pleure Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Ласточки. Автор Роуз Роуз читает Кэт Чай с бергамотом. Ночь вторая. Серый за окном пробралась внутрь дома, когда начал светать. Чунгук разлепил глаза и вздрогнул. Над ним, склонившись, стоял Тэхён. Сильно испугался. Чунгук сглотнул провел ладони по взмокшему, после сна лбу пару раз моргнул. и а они... Не... Они иногда залетают в дом по ночам. Перебил Тихион и продолжил. Ласточки. Так мне не показалось. Чунгук приподнялся на локтях, но выше сесть не решился. Тихион все еще возвышался над ним. Нет, конечно. Чего вдруг тебе должно было показаться? Птицы часто вьют гнезда под крышами. Ты не знал? Эти свили одно под подоконником и еще одно в беседке на заднем дворе. — У тебя есть беседка? — спросил Чунгук, потому что из-за дождя было совсем не разобрать, что творится за панорамным окном. — Ну да, небольшая, сразу за домом. Можешь сходить посмотреть. он махнул головой в сторону, но, подумав, прибавил. — Только аккуратней, с гнездом не повреди. Чунгук не стал говорить, что не собирается смотреть никакую беседку, потому что ждет не дождется, когда дождь перестанет и можно будет вернуться к машине. Но Тэхён больше на него не смотрел. Он легко оттолкнулся от спинки дивана и зашаркал босыми ступнями в сторону кухни, потягиваясь и громко зевая. Джунгук сел на подушках и, положив голову на спинку, принялся сонно разглядывать утреннее мельчешение хозяина дома. Тут выглядел иначе вместо льняных брюк надел голубые джинсы, драные на коленке, и волочащиеся по полу стертыми штанинами. Белая футболка на пару размеров больше съезжала в бок горловиной и оголяла живот всякий раз, когда тыхен лез в верхний шкаф за посудой. Он достал по паре тарелок и разномастных чашек. Поставил на газовую плиту чайник в страшный цветочек на скромный взгляд Чунгука. Хотя он ничего и не сказал, только продолжал наблюдать, как Тэхён суетится и что-то бубнит себе под нос. Зажглась еще одна комфорка. Тэхён поставил на нее чугунную сковороду налил масло. Оно зашипело, и Тэхён разбил в него шесть яиц. Посолил, Сверху посыпал зеленью, которую вместе с яйцами достал из холодильника. Чунгук только раскрыл рот. Он прекрасно помнил, что еды, кроме фруктов с овощами и рыбы, в доме не было. Тихий он успел сходить в магазин. И какой вообще час! Перегнувшись обратно, Чунгук наклонился и поднял с пола телефон. На нем оставалось всего 10% зарядки. Время показывало полдень. Неужели Чунгук столько проспал? Ты можешь умыться, я приготовил завтрак. Чунгук повернулся на голос. он стоял с лопаткой в руках и смотрел на него своими странными темными глазами. Чунгук не понял, что должен сделать. Его пригласили на завтрак. Он должен умыться и присоединиться. И откуда все-таки взялась еда? Для городского-то слишком медлительный. Яичница невкусная, когда остынет. Чунгук поднялся с дивана и пару раз покрутил торсом, разминая затекшие мышцы. Тэхён на него больше не смотрел. Орудовал лопаткой в сковороде. Вздохнув Чунгук, отправился в ванную. Он знал, что выглядит не очень хорошо, но ко вчерашней усталости и вывихнутой лодыжке прибавилась сломата во всем теле и синяки под глазами. Компания точно не отделается одними премиальными. Нога все еще ныла, но от мази стало легче. Повязка помогала при ходьбе. Чунгук сменил ее, ополоснул лицо и отправился обратно на кухню. Стол был накрыт на двоих. Тихен действительно приготовил ему завтрак. Чунгук застыл на месте. Тихен на это вопросительно поднял брови, но ничего не сказал. — Ты говорил, что не гостеприимный. Начал Чунгук и кивнул на стол с тарелками и чайником, из которого валил пар. Тэхён с минуты ничего не отвечал, а потом кивнул чему-то своему и выдал. «Я просто принимаю тот факт, что ты здесь. Никакого гостеприимства». Чунгук не стал спорить и объяснять, что не видит разницы. Молча сел за стол и подвинул ближе тарелку. На него смотрела неровная глазу не из трех яиц. Но даже такая неказистая заставила Чунгука непривычно поежиться. Никто не готовил ему завтраки. но явно нужно было пересмотреть определение гостеприимства в словаре. Разговор за столом зашел о городе. Чунгук первым делом спросил, почему карта не вывела его к поселению. «Я не знаю, что за навороченная у тебя карта», «Но она явно сломана», — сказал Тэхён безалипиционно. Чунгук скинул брови. «Для начала город не на северо-западе, а ровно на севере. Твоя карта отклонилась от курса на приличные десять километров». Нет, «Это GPS. Он не может просто взять и отклониться». На этот Тэхён только пожал плечами и принялся за яичницу. Он быстро разделался с белком, оставив желтки целыми, чтобы потом окунать в них кусочки белого хлеба. Если твой GPS такой умный, у него и спрашивай дорогу. Парень явно обиделся, потому что опустил глаза в тарелку и замолчал. На белой поверхности оставался желток, но тыхи он не стал брать новый кусок хлеба, прошелся по тарелке пальцем и облизал. Я не хотел тебя задеть. «Конечно, ты в этих местах разбираешься лучше», — начал Чунгук. Тахён на его слова только хмыкнул. «Просто это же...» «Да-да, GPS, который не ошибается», — закончил за него Тахён. «Вот было бы забавно. Идешь ты по болотам, причем совершенно не туда, и попадаешь в топе. Посмотрел бы я, кому бы ты доказывал, что твоя побрякушка не может ошибаться». От Тэхёна пахло медом. Чунгук понял это, и даже то, что придвинулся слишком близко, пока не обсуждали работу навигатора. Медом и чем-то травяным. Удивительно, что не рыбой. Чунгук спешно отодвинулся и принялся за остатки яичницы. — Ты говорил, что еды почти нет, — сказал он, доев завтрак. — Ходил за продуктами. Тэхён не спешил ответить. Над столом повисла тишина, какая повисает, если оба собеседника не очень хорошо знают друг друга, и замолкает после обмена любезностями и ремарками о погоде. Чунгук задержал дыхание, в котором собралось желание извиниться за неучтивость. Он гадал, перешел ли границу, задал ли неуместный вопрос. У Чунгука не было близких друзей, это сразу бросалось в глаза когда он заводил знакомство с девушками и либо отмалчивался, позволяя спутнице на ночь взять инициативу пару фраз, либо переходил сразу к делу, прячась в полумраке туалетных кабинок любимого ночного клуба. Городская ночь снимала обязательства перед собеседниками. Все было ясно без слов. Понимания хватало в неоновых бликах на коже и закрытых глазах, чтобы сосредоточиться на прикосновениях. Чунгук не умел беседовать, поэтому не знал, считается ли невинным вопрос о походе за покупками. — Я не хожу за продуктами, — сказал Тэхён осторожно. Чунгук выдохнул и аккуратно скользнул рукой к кружке с чаем, стараясь не спугнуть Тэхёна, который походил на обилие ласточек, которых Чунгук видел накануне. Стремительный, далеко в небе и пугливый, стоит застать врасплох. «Я не хожу за продуктами сам», — добавил Тэхён. «Раз в неделю мне их приводит из города один знакомый». Чунгук кивнул, глотнул чай. Горло обдало незнакомым вкусом, горьким и полом, как эхо в колодце. Хотелось закашлять и выплюнуть странную жидкость. Видимо, выражение его лица Тэхёна рассмешило. Он поднял уголки губ и сощурил глаза — как если бы хотел расхохотаться, но всеми силами сдерживался. «Нравится?» «Это что такое?» Чунгук спросил хриплым голосом. На языке вязал непривычный вкус. «Чай?» — ответил Тэхён и взял свою кружку, чтобы довольно в нее улыбнуться и сделать глоток. «А ты что обычно пьешь на завтрак?» «Чай!» — повторил Чунгук. «Но «Ну, не такой горький!» И вообще чай должен быть в пакетиках. Если хочешь пить отраву, то, конечно. Кивнул Тихион, взял чайник и долив кипятка в свою кружку. Не знаю, как у тебя, но у меня нет желания вылавливать воду из всех этих листиков, названий которых я никогда не слышал. Все должно быть простым и понятным. Как чай в пакетиках, закончил Тихион. Как чай в пакетиках кивнул Чунгук. Они снова замолчали. Чунгук заметил, что градус неловкости снизился, хотя он был почти уверен, что Тэхён не испытывает неудобства. Он у себя дома, всегда прямолинейный, явно не верит в чепуху вежливой беседы. Не будь их знакомство таким неравным, Чунгук решил бы, что они похожи. Хотя тогда они вряд ли бы пересеклись, потому что Чунгук верил что у похожих людей не соединяют. Иначе как объяснить его одиночество? Иначе как звездное небо, свидетель его долгих бессонных ночей, докажет, что на пути ему встречались лишь противоположности, далекие, как те самые звезды и холодные, как дождь за окном? — Это Синча с Бергамотом, — сказал Тайон, вырвав Чунгук из мыслей. — Зеленый чай. Доказывай сколько угодно. Но чай в пакетиках никогда не переплюнет отборной листовой. А для эстетов вроде тебя давно придумали ситцы, чтобы, как ты сказал, не вылавливать воду. Пара кружек, и привыкнешь ко вкусу. Чунгук кивнул, но ничего не сказал, потому что не собирался привыкать ни к людям, ни к новому вкусу. Он уйдет, как только закончится дождь, их с Тихеном пути разойдутся, словно параллельные прямые, без возможности встретиться, даже если двинуться в одну сторону. В тот день они больше не разговаривали. Сразу после завтрака Тихен удалился на второй этаж, повторив, как и накануне, что Чунгук может делать все, что угодно, только не ступать на лестницу. Все время, что Тихена не было, со всех сторон доносили шорохи и скрипы. Можно было подумать, что дом набит духами и домовыми, но Чунгук знал, что в старых стенах могут жить мыши. Древний фундамент, вероятнее всего, оседает, а половица полнится каким-нибудь сортом болотных насекомых. Оттого и скрипят, даже если по ним никто не ходит. Встав попить воды, открыв кухонный кран, Чунгук учуял явный запах речной воды казалось еще чуть-чуть и -чуть из водопровода повыскакивают кувшинки. В этом доме не было ничего загадочного. Он был не более чем старой постройкой воли несчастного случая или непрозорливого строителя, оказавшегося на болоте. Дождь продолжал барабанить по стеклам. Чингук порядком устал от монотонного шума. В остальном время в доме Тэхёна проходило сносно. Если бы не вывихнутая лодыжка и не отсутствие зарядного устройства для телефона, Чунгук бы счел это время приятным. Уже давно он не оказывался представленным сам себе без необходимости работать, заменять коллег, шататься по ночным клубам. Было в этом безделии что-то успокаивающее. Хотя Чунгук понимал, что долго без дела не просидит, несмотря на травму и отсутствие средства связи. Он уже подметил где подтекает кухонная раковина, какая ступенька скрипит и сколько лампочек не мешало бы заменить. Сидя на диване и водрузив поврежденную ногу на подушку, чтобы снять напряжение, он рассматривал владение Тихиона и прикидывал в уме, что можно поправить. Такова была его натура — чинить поломанные вещи и продлевать их жизнь еще на несколько лет. Чунгук плохо ладил с людьми, зачастую не понимал очевидные вещи в общении, но мог с точностью до шурупа разобрать и собрать поломанный шкаф. В отношении с неодушевленными предметами ему давались проще. Все не задавали вопросов, не требовали эмоциональной отдачи. Чунгуку хватало профессионализма, чтобы дело спорилось, и он всегда оставался доволен результатом. С людьми все было иначе и напоминало хаос. Люди никогда не давали Чунгуку гарантий. Близились сумерки. Когда-то Хион выглянул с площадки второго этажа и крикнул, что пора ужинать. Чунгук как и утром не понял, что это значит. Ему нужно достать из холодильника еду, расставить на столе посуду, скипятить чайник для горькой заварки. Он встал с дивана, снова покрутил торсом из стороны в сторону и двинулся к лестнице, слегка прихрамывая. Тихон кубарем скатился вниз, когда Чунгук застыл у окна, ведущего в сад. Они почти столкнулись, но Чунгук отступил назад, и Тихон пролетел мимо, двинувшись к холодильнику. Чингуку показалось, что настроение у парня самую малость улучшилось. Он выглядел менее угрюмым и что-то напивал себе под нос вместо утреннего бормотания. На нем все еще были драные джинсы и белая футболка. Но волосы и кожа были слегка влажными, как будто он снова принимал душ. Вздохнув, Чингук решил попытать удачу и подошел к обеденному столу, на котором стопкой стояли тарелки и одна в другой кружке, из которых утром пили чай. «Помочь?» Да. Да-да. Достань из холодильника рыбу. Кивнул Тэхён, зажигая комфорт, ставя на нее сковороду. Я вчера ее выпотрошил. Осталось пожарить. Любишь жареную рыбу? Джунгук пожал плечами. Он вдруг ощутил себя серым пятном в белоснежном доме Тихена. Пятном без особых интересов и ярко выраженных предпочтений. Хотелось ответить — что он к еде не притязателен. Но вдруг Тэхён хочет поговорить, а Чунгук вот так сразу обрубит беседу. — Эй, меньше думай, — сказал Тэхён. — Это просто вопрос о рыбе. — Мне, если честно, все равно, что есть, — сказал Чунгук, будто ступил на тонкий лед и полез в холодильник, доставая миску с двумя рыбинами. — Мне на самом деле тоже. — — кивнул Тэхён, забирая миску. — Но рыбу надо съесть, иначе она испортится. Чингук промычал неразборчивое согласие, и Тихен продолжил. — Я рыбачу от скуки. — Чем здесь еще заниматься? Осенью есть ягоды, грибы, весной надо ухаживать за цветами. Зимой я почти все время в оранжерее, а летом не остается ничего, кроме рыбы. — Но в оранжерее? — заинтересовался Чунгук. — Да, за домом, сразу за беседкой. Тэхюн мотнул головой в сторону большого окна и выложил на сковороду обе рыбины. Совсем небольшая, для орхидей. — Какого же размера твой участок? Тэхюн усмехнулся и накрыл сковороду крышкой, чтобы скворчащее масло не летело по сторонам. — Как ты думаешь? «Много кто хочет жить на болоте?» — спросил он и продолжил, не дожидаясь ответа. «Никто на него не претендует, поэтому я позволил себе построить небольшой сад. Должна же быть какая-то отдушина». «Ну, а ты почему здесь живешь?» — поинтересовался Чунгук. «Этот дом достался мне от отца». Тэхён ответил неопределенно. Чунгук помедлил со следующим вопросом, все еще чувствуя себя неуютно. Узнавая, казалось бы, незначительные, но личные вещи. Почему ты не уедешь в город? спросил он. Если уезжать, то далеко отсюда, жестко ответил Тэхён. Так, чтобы и не знать, что эта земля вообще существует. Чунгук понял, что ступил не туда. Лед треснул и его потянул на дно. Разговор был окончен. Внезапно звуки вокруг усилились, как будто пытались заполнить тишину, которая была громче шипящего масла, барабанящего по окнам дождя и прочих шорохов. он снова погрузился в грюмое состояние. Ужинали молча. Чунгук злился и корил себя за то, что не умел беседовать. Не понимал, какие вопросы задавать можно, а какие сочтут неприличными. Никто не давал ему руководства по общению с людьми, в принципе, и с одиночками, живущими на болотах. В частности, он был обречен. От настроения за столом пропал аппетит. Маленькая ниточка взаимопонимания оборвалась, не успев окрепнуть. Да и он вел себя так, будто рядом никого не было. Тюнгук вяло жевал рыбу и хлеб. Так же вяло пил горький чай, не чувствуя вкуса ни того, ни другого. Оставалось надеяться на скорое окончание дождя, когда можно будет уехать и, как сказал Тихион, больше не знать, что эта земля с белым домом и странным хозяином существует. После ужина Тихион принялся наводить порядок на кухне, отрицательно мотнув головой на предложение Чунгука помочь. Зазвенели тарелки, зажурчала в раковине вода. Чунгук наблюдал за чужой спиной и не знал, куда себя деть. Когда Тихен обернулся, чтобы вытереть со стола крошки, он опустил глаза и, потоптавшись на месте, отошел к дивану. Извинение вертелось на языке, но произнести его вслух не хватало духу, потому что Чунгук не знал, как еще Тихен отреагирует, если снова затронуть, очевидно, больную тему. Не бери в голову, Чунгук сказал Тэхе он чуть позже проходя мимо и оставляя за собой легкий медовый запах Чунгук встрепенулся и посмотрел на хозяина дома тот стоял возле большого окна высокий и странный совершенно не гостеприимный но и не враждебный темная шевелюра закрывала глаза было не разобрать их выражение но сказанные слова звучали устало как будто их произносили не в первый раз как будто не первый раз разговор о доме, а, возможно, об отце выбивал Тэхён из колеи. — Что именно? — спросил Чунгук аккуратно. — Меня. Не добавив ни слова, Тэхён поднялся на второй этаж, оставляя Чунгук в недоумении смотреть вслед его удаляющейся фигуре и слушать, как под босыми ступнями скрипят деревянные ступени. Чунгук лежал на диване полностью раздетой. Луна осветила в лицо, как будто спустилась до верхушки ближайшего дерева, и теперь заглядывала в окна. По дому гулял сквозняк, пуская мурашки по голому телу. Не открывая глаз, Чунгук пошарил руками в поисках одеяла, но ничего не нашел. Оставалось довольствоваться легкой простыней, которая наполовину съехала на пол. Лунный свет отразился от белой ткани. Чунгук улегся поудобнее. Хотел снова провалиться в сон, но тут не шел. Простыня не грела, а только раздражала. Ныло затекшая от неудобной позы шеи громче звучали болотные шорохи. После ужина Чунгук ополоснулся, почистил зубы, выданные ранее щеткой. Какое-то время постоял возле небольшого зеркала над раковиной, вглядываясь в размытые паром отражения. Дождь не переставал. Ветер к ночи шумел сильней, Заставляя звенеть непрочные оконные рамы. Сменив повязку и обработав ногу, Чунгук отправился спать. Что-то было не так. Чунгук не должен спать голым. Он помнил, что ложился в одежде той самой, которую одолжил Тэхён. И луна не светила так близко, когда он смотрел большое окно, прежде чем уснуть. Луны не было совсем. Ее закрывались из-за Неужели дождь закончился? Чунгук вздохнул и медленно выдохнул. Он не любил это состояние полусна, полуяви, когда не разобрать, какие шорохов реальны, а какие игровоображения. От очередного порыва ветра задребежало окно у входной двери. Понимая, что точно не уснет, Чунгук открыл глаза и сощурился, привыкая к подсвеченной темноте. Гостиная как будто превратилась в синий океан. Только лестница походила на чернильное пятно. С нее раздавались необычные звуки, похожие на хриплое дыхание и шаркающие шаги одновременно. — Ты Хион? — попробовал позвать Чунгук. — Это ты? — никто не ответил. Но звуки стихли, чтобы возобновиться через минуту. Чунгук пытался разглядеть, что происходит на лестнице. Даже прывался встать и подойти ближе, но не успел. Из темноты выпорхнула ласточка. Чунгук хотел верить, что это была ласточка, а не, скажем, летучая мышь. Сердце затрепетало. Птица пронеслась над головой и вылетела в приоткрытое окно. Чунгук нахмурился. Он отчетливо помнил, как закрывал створку перед сном. Что же все-таки происходит? Звук повторился. Никогда не боявшийся темноты, Чунгук засомневался, что в ней не прячется что-нибудь пострашнее маленькой птицы. — Ты он! — позвал он еще раз, безуспешно вглядываясь в тени, ползущие вдоль лестницы. Он за спиной раздался шорох. Между лопаток загудело, как бывает от чужого внимательного взгляда. Чунгук обернулся и дернулся от неожиданности. Тэхён стоял над диваном, положив руки на спинку. Из одежды на нем были только легкие штаны, подвернутые на поясе. — Что за черт? — голос захрипел, и Чунгук откашлялся. Тэхён улыбнулся и склонил голову на бок. Голая грудь ровно поднималась и опускалась. Белая кожа в свете луны походила на жемчуг. Луна блеснула в чужих глазах. Чунгук замер. Тэхён выглядел странно. Замкнутый, прячущий глаза днем, сейчас он смотрел открыто, даже нагло. Чунгук был прикрыт простыней, но под жадным взглядом Тэхёна, который без стеснения проходился по селу это его тело, почувствовал стыд и желание прикрыться сильнее он улыбнулся шире, как будто распознав чужое смущение. Не бойся, сказал Тихион. Голос звучал его вязко и низко. Я лишь хотел взглянуть на тебя. Чунгук не мог пошевелиться. Он хотел что-то сказать, возразить, напомнить, что смотреть на других людей во сне неприлично, особенно незнакомых. Но когда Чунгук открыл рот, чужая рука легко прикоснулась к его губам холодная, но мягкая, заставляя слова застыть на кончике языка. От порыва ветра по новой задребежало маленькое окно. Чунгук во все глаза смотрел на Тэхёна, тот чернильными глазами в ответ. Тишину больше ничего не нарушало. Тэхён еще раз улыбнулся, а потом переместил ладонь выше и легко коснулся чужих век. Чунгук провалился в сон. J'ai pas de trop boul, mettre trop boulot d'eau d'eau Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre.